как Шинейд и Джон тренируются у Евгения Платова. От Британии Филипп Эскью их курирует. Пара, где партнерша невысокая, нашла миниатюрная, и мощный партнер им был в парное катание. Чистые дуги. Тут хорошо было сделано. Бауэр через зубец. Изумительно попали в ритм кастаньет, причем в очень высокий ритм. А сейчас посмотрим, какую крем за посадобль приплюсуют. Кросс-роллы сделали, видите, 9.14. И если им сейчас 7 баллов поставят, значит... Нет, поставили 6, даже меньше, значит, не все эти поинты сделаны. Частичная дорожка шагов сделана. Такая вариация пасодобля. И приплюсовали, получается, 5.68. Ну, тоже не максимум. Разошлись снизу. Баллов они получили за твизлы, а базовая стоимость самых сложных твизлов 7. Ох, какая поддержка. Ну, в целом, классный танец. Честно говоря, это уже можно рассуждать, дело вкуса.